Сопло интересно так. Такое вертикальное. Залипает. Модернизированное. Могилёв. Уже едет, тоже хорошо, да? Да, помятое тоже. Плавненько. Мне вот эти маленькие лифты нравятся. Они такие плавненько едут. Не так и грузовые страшные. Ага, да. Горячие. Да? Ага. Тоже лампочка на кабине. Ну туда я не пойду, да? Так, это какой поехал? Маленький? Да, маленький. Наверное, нет. Вот тут должна кнопка быть лифта. Вот это на маленький, а это на большой. Такие заглушки ставят. Не работает, что ли, опять? Еще один не работает. Не, а там темно. О, чистое окошко. Не отсюда свет. Я заснял уже. Видно. Да? Да. Папа, смотри, это VIP класс лифт. Тут коврик. Круглый. Рычит. Да, маленький работает. Наличников нету, только верхний. Алюминиевая. Ну они откручиваются, это надо вот эти двери закрывать, чтобы тут был человек, вот так вот держало их. А с шахты откручивают гайки. Смотри, да? Да, но тут гайок нету, их нет. Даже. Грузовое, видимо, не работает. А хотелось бы, чтобы работал. Залипай? Да. Такой дверь закрывает, немножко стоит и едет. А некоторые вообще двери закрывают, стоят и потом уже едут. Ну, подольше стоят. Ой, не видно. Приказы повсюду, кстати, новые. Такие кнопки синие, металлические. Антивандальные. Ну потому что они не сгорят. Ну правильно, а как? Уже давно спалили. О! Не работает, ну. Обидно. Только сейчас, может, словим. Так не работает. Не-а. Его даже есть. Он уже въехал, да? Алло. Угу. Такой на замене он. Вот тут циферки. Один. Ну да, я уже бумага. Я выходим? Ну, понятно.
за ветер какой-то. Слушай, идёт.